Пока достаточно сложно оценить все его преимущества. Мы только первый день его запустили. Но выполнили уже один заказ на нем. И с того, что сразу понятно, то есть как бы мы до этого работали с флексом, сейчас будем работать с DTF. И получается, что в случае DTF печати полностью отсутствует выборка как таковая. То есть, если флекс нужно выбирать, резать, выбирать, вот это вот все делать, это занимает много времени, то здесь это делать не нужно. Это очень большой плюс, особенно на каких-то объемах. Это как бы серьезное преимущество. Вот. Плюс еще у нас будут плюс цвета на нем. То есть, три головки. То есть мы будем печатать светящиеся картинки, в принципе, одни единственные в области. И поэтому как бы все выглядит очень перспективно, скажем так. Да, и отдельное спасибо хотел сказать менеджеру, который при выборе DTF оборудования мы столкнулись с проблемой, что мы хотели и флюру, и чтобы он был максимально новой версии. Менеджер посоветовал нам взять именно данную модель, где флюра на отдельной голове. Объяснил все преимущества, что вообще так правильно. И уже спустя пару дней, после того, как мы заказали, мы начали делать вообще оценку по России, по области и поняли, что мы одни из первых имеем 4 цвета на флюре. Вот, и плюс ко всему это все на отдельной голове. Что будем дальше рассматривать данную модель, только, наверное, уже пошире.